это я. Нет, нет, я не сплю, говори. Ну, раз надо, говори. Да. Когда ты приедешь? А, в 5:30. Понятно. Что-нибудь случилось, Джек? У старика Фару неприятности с налогами. Вообще пахнет расследованием профсоюзных дел. Но я не за этим к тебе приехал. Ты знаешь Клода Меркса? Да, приходил встречаться. А что ты о нем слышал? Разные говорят. Одни говорят, что нет парня с такими чистыми руками, как у него. Другие говорят, что он связан с коммунистами. Он все время доставляет нам много хлопот. Связывается с людьми, которые нам не по душе. Пытается спихнуть с председательского кресла старика Фару. И вообще ищет популярности. Я думаю, что если будет расследование, будет работать на комиссию. Надо заткнуть ему рот, пока не поздно. Заткнуть рот? Угу, он очень опасен. Это мнение Фару? Это мое мнение. Понятно. Что надо сделать? Я что, должен тебя разжевать и положить в рот? Дело очень деликатное. Меркс – человек известный, но доверить это я могу только тебе. Значит, ты хочешь, чтобы я взялся за пистолет? Не будь дураком, Томми. При чем тут пистолет? Я хочу, чтобы ты организовал все. У меня 3 судимости, ты ведь знаешь? Знаю. Если я попадусь 4-й раз, это плохо кончится. Это электрический стул. Ты не ребенок, ты знаешь, как делаются такие дела? Да, я знаю, как делаются такие дела. Скажи мне прямо, с Мерксом надо покончить? Да что ты с ума сошел? Ну как ты подаешь? Я рад, что ты согласился. Давай пообедаем. Нет, не могу. Надо срочно лететь домой. Да, Томми. Меня не интересуют подробности. Хорошо. Ну вот. Деритесь! Почему вы не деретесь? Джек, это я, Фаричетти. Джек, тут у нас произошла печальная история. Ты знал Клода Меркса? Да? Так вот, только что передали по нью-йоркской сети, кто-то плеснул ему в лицо серной кислотой. У него оказалось больное сердце, и он умер тут же на улице. Джек, я думаю, профсоюз должен взять на себя его похороны. Ты позвони Сэму, чтобы он распорядился, да? Ага. Нет, у меня все. Что? А, спокойной ночи. Джек! Джек, это я, Томми Фаричетти. Слушай, Джек, они что-то пронюхали по этому делу. Понял? В общем, я, кажется, влип. Ты же знаешь, у меня 3 судимости в штате Нью-Йорк, так что в случае чего мне крышка. Не беспокойся. Я только на тебя и надеюсь, Джек. Я сказал, не беспокойся. А, понял. Есть. Привет. Сказал, чтоб я не беспокоился. Но я не понимаю, почему он мне не звонит. Он же обещал. Он многим кое-что обещал и многим кое-что говорил. Он, наверное, и Боссорту советовал не беспокоиться. А, Боссорт! Боссорт всегда был дерьмом. Пустое место и все. И Джек знал об этом, и мы все знали. Боссорт был старым другом Рафферти. Но это не помешало Джеку бросить его на съедение собакам. Но его заставили, понимаешь, его заставили. Ты же видел, как он сопротивлялся. Они давили, давили. А я думал, ты чуточку умнее, Томми. Убирайся из машины! Убирайся из машины, я тебе сказал! Что ты имеешь против Джека, умник? Я адвокат, Томми. Я у тебя на службе. И в твоих интересах, чтобы мой котелок варил исправно. А когда меня бьют в лицо, у меня из головы выскакивает даже таблица умножения. Ты меня понял, Томми? Да. Совсем нервов не осталось. Пора бы тебе перестать обманывать себя, Томми. Джек Рафферти всегда был, есть и будет. Только за одного человека. Только ему он всегда будет верен. Самому себе. Джеку Рафферти. Да нет, ты ни черта не разбираешься в людях. Джек никогда не предает друзей. Я знаю многих, которые готовы без колебаний отдать за него жизнь. Боссорт уже отдал. Вам здесь будет удобно, мистер Рейджер. Да. Хочу вам сказать, что автосервис, бар и контора совсем рядом. Угу. Будете ужинать? Фрэнсис, мы будем ужинать? Нет. Нет, спасибо. До свидания, мистер Рейджер. До свидания. Прошу. Угу. По-моему, где-то я его видел. Не помню где, но видел. Стареешь. Человека 2 дня показывают по телевизору. Фаричетти. Тихо. Кто бы он ни был, как бы ни назывался, нас и не касается. Не хотелось бы расстраивать тебя, но, по совести говоря, я неспокоен. Сейчас Джеку Рафферти самому потребуется все его влияние, все связи, чтобы выйти сухим из воды. Еще 2 дня назад я был уверен, что все кончится благополучно. Но теперь, когда твой дружок вместо того, чтобы сослаться на 5-ю поправку и молчать, начал вдруг давать показания... Хорошо, а что изменилось? А то, что если Рафферти не будет говорить правду, его обвинят в лжесвидетельстве, в отказе сотрудничать. А это для человека, который все-таки хочет стать президентом профсоюза, конец всему. Скажи, Фрэнсис, ну а если Рафферти по той или иной причине не сможет меня выручить, как ты думаешь, на этот раз я смогу выкрутиться? Хочешь, я тебе скажу, у тебя нет ни единого шанса из миллиона. Нет ни единого. Ты им нужен. С другими все обстоит не так. Сэм Фару, конечно, кончился, он сам это знает. Но осудят его за уклонение от уплаты налогов, в худшем случае за мошенничество. Ничего страшного. Могут и Рафферти заградить дорогу к президентскому креслу, от этого тоже не умирают. А вот ты можешь здорово пригодиться. Подходящая фигура, чтобы доказать на ней, что власть не дремлет. Что же делать? Посмотрим, что принесут ближайшие 2-3 дня. Послушаем, что еще скажет Джек. Но готовиться надо к худшему. А если это случится? Сматывай удочки. Беги из Америки. Убирайся в Мексику или обратно в Италию. Но беги. Беги. Мне 57. Это уже старость. У меня жена, дети, дом в Бруклине. Цветочный магазин, кое-какие акции. Куда я побегу? Куда? Уже поздно. Нет, я подожду, пока Джек мне скажет, что делать. Он мой друг. И мне наплевать, как он обошелся с другими, понимаешь? Мне наплевать. Меня никто не интересует. Ни Боссорт, ни даже Фарроу. Я думаю только о себе. Нет, Рафферти не может меня предать. Он не имеет права меня предать. На этот раз, мистер Рафферти, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов о деятельности так называемых бумажных комитетов. Я говорю о комитетах, которые представляют собой несуществующее отделение Союза. Эти комитеты занимаются вымогательством денег у владельцев небольших предприятий или сбором взносов с членов, которые вовлечены в организацию помимо своей воли. К тому же каждая организация, независимо от того, действительная она или бумажная, это по уставу голос на съезде. Сколько организаций, столько и голосов. Так вот, вы свидетельствовали, что ничего не знаете об этих комитетах. Следовательно, вам ничего не известно о целях их создания, и у вас нет никаких деловых отношений с людьми, которые, получив полномочия у профсоюза транспортных рабочих, хозяйничали в этих комитетах. Я уже заявил, что понятия не имею о тех методах, какими пользовались подобные комитеты. Но я никогда не говорил, что у меня нет никаких деловых связей с людьми, которые руководят этими комитетами. Я с ними встречался. Даже иногда вручал мандаты. А если это бандиты и уголовные преступники в прошлом? Ну, человек может быть в прошлом преступником, а потом полезным для общества работником. Закон нашей страны гласит, что, отбыв срок наказания, человек расплатился с обществом за свое преступление. Я не могу позволить какому-нибудь жулику проникнуть в ряды рабочего движения, но я всегда готов дать бывшему преступнику возможность исправиться. Не сомневаюсь. Не сомневаюсь, мистер Рафферти, что вы именно так и поступили. А теперь ответьте на вопрос. Мистер Фаричетти является секретарем комитета 1610 в Нью-Йорке? Был секретарем, сейчас он уже не секретарь. С какого времени? Комитет 1610 примерно распущен 2 месяца тому назад. Одновременно мистер Фаричетти перестал быть членом профсоюза и, естественно, его сотрудником. Комитет был распущен тогда, когда началось следствие, не так ли? Возможно. В наших протоколах это указано. Ну, а теперь я прошу вас изложить комиссии сущность ваших отношений с Фаричетти. Я хотел бы знать, сенатор, а почему я должен отвечать на вопросы о Фаричетти? Видите ли, комиссия считает этот вопрос особенно существенным, так как мы располагаем сведениями, что мистер Фаричетти был фактически хозяином 10-ка бумажных комитетов. Дерьмо. От меня он ничего не добился. Теперь пытается через Джека. В Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании. Все эти комитеты входили в состав профсоюза транспортных рабочих. Когда я впервые встретился с Фаричетти, он был сотрудником небольшого комитета в Бруклине. У меня создалось впечатление, что он очень способный организатор и очень преданный профсоюзному делу человек. Я помню, как он первый раз появился. Томми, этот парень ищет тебя. Сэм Фару советовал мне познакомиться с вами, когда я буду в Нью-Йорке. Я из Лос-Анджелесского комитета. Садитесь. Коротыш, принеси к нам пиво. Вы друг Фару? Некоторым образом. Вы получили мандат? Да, получил. А вы уже выбрали делегата? Какого делегата? Ну, делегата. Значит, представителя. Поскольку вы самостоятельное отделение Союза, вы имеете право выбрать делегата на конференции профсоюза. Да, но нас очень мало, всего несколько человек. Ну и что? Ну, хорошо. А что будет делать этот наш делегат на конференции? Делегаты выбирают комитеты, региональные и союзные. О, в таком случае можете считать делегатом меня. А вы давали обещание кому-нибудь из кандидатов? Я говорю, вы обещали свой голос кому-нибудь на выборах? А, да, да, обещал. Климану. Обещать-то я не обещал, честно говоря, я в этом деле не очень разбираюсь. Но мне мандат устроил Климан, а я такой парень. Если кто мне, то я ему. Ну да. Ну, ваш Климан не очень популярен в верхах. А после выборов, я думаю, вообще не будет иметь никакого влияния. Вы так думаете или Фару? Нет. Так думает Фару. Я говорю от имени Сэма Фару. Да. Понимаете, мне ведь мандат устроил Климан, а я не хочу его терять. Потом, кроме него, у меня нет никакой поддержки в профсоюзах. Я обещаю, что мандат останется при вас, если вы правильно сообразите, за кого надо отдать свой голос на выборах. Ну, насчет сообразить вы можете не беспокоиться. Но подружились мы не сразу, года через 3. Я уже тогда заправлял несколькими организациями. Так что бизнес этот профсоюзный у меня пошел. Вот. Но я взорвался и попал в беду. Правда, на этот раз делом занималась не полиция, а профсоюзный комитет. Так вот, встречаю я председателя этого комитета Мелли. Он мне и говорит: Фаричетти, для нашего дела будет гораздо лучше, если среди нас не будет таких людей, как ты. Я постараюсь сделать все, чтобы от тебя избавиться. Представляешь, он мне пригрозил. Но я-то знал, что Мелли выступает против Сэма Фару. А? Так вот, я сразу позвонил Джеку в Лос-Анджелес. Но он отказался говорить со мной по телефону. Велел приехать. Вы, говорит Фаричетти, не подходите профсоюзному движению. От вас идет гниение и распад и все прочее такое. Я его спрашиваю, что вам нужно от меня? Ты можешь потерять мандат. Ты думаешь, Мелли в силах это сделать? Да? Вполне. Я расстроил тебя, да, Джек? Мы проигрываем забастовку. Администрация наняла отъявленных головорезов. Силы не равны. Туго все идет. Плохо, все плохо. Слушай, Томми. Да? Нужно человек 20 таких вот ребят. Ты что, не можешь нанять? Я же не могу сам этим заниматься. А, да. Когда тебе нужно? Сейчас. Ну, давай я поговорю со своими ребятами. Только им надо заплатить. Чем заплатить? Профсоюзными деньгами? О, ну что ты, Джек, бесплатно никто не пойдет. Что сказал Мелли? Кто ты? А, сказал. Сказал дерьмо. Он правильно сказал. Знаешь, Томми, я не знаю, чем ты там занимаешься в Нью-Йорке, да и знать, в общем, не хочу. Но ты все-таки иногда оглядывайся по сторонам. Да постой, погоди. Джек, забудь, что я сказал. Ребята будут, я позвоню, договорюсь. А ты поговори с Фару, а? Джек, помоги мне. Ты не сердишься на меня? Мы теперь покажем себя, Томми. Этого Мелли мы поставим на место. Я знаком с Фаричетти много лет. Я слышал, что вот тут говорили свидетели дававшие показания уважаемой комиссии, они называли его гангстером, вымогателем, сводником, всеми бранными словами. Может быть, это и правда, а может и нет. Да, я помню тот случай, хотя это было несколько лет назад. Томми Фаричетти совершил поступок, который, конечно, не мог одобрить ни один порядочный человек. Не мог, естественно, одобрить и я. Но вы понимаете, он мой друг. А разве можно бросать друзей в беде? Так у нас дело дальше не пойдет. Ведь теперь твоя станция имеет доход вдвое больше. Так что эти бумажки можешь повесить у себя в сортире на гвоздик. Сколько ты хочешь, Томми? 150 в неделю. Это невозможно. Ну хорошо. Скажи, у тебя были какие-нибудь неприятности с рабочими с тех пор, как я первый раз появился здесь? Томми, я плачу тебе исправно, как договорились. Но то, что ты требуешь… Ты ничего не понял. Я тебе сказал, 150 в неделю. Ну? Ну ничего. Я подожду, пока ты приползешь ко мне на брюхе. Да, Фаричетти. Привет. Привет. Ну как ваша станция? Все процветает? Да. Ай-яй-яй. Все разгромили. Ай, какое несчастье. Ну что, примите мое сочувствие. Со мной поговорить? Знаете, откровенно говоря, наш последний разговор расстроил меня. Ну ладно, приезжайте, я буду здесь. На. Привет. Вот так. Людей надо воспитывать. Да? Пойди стань у дверей. Как только он придет, приведи его ко мне. Давай. Надо встретить. Фаричетти ждет вас. Я рад, что у нас с вами все хорошо. Я пойду. Надо все налаживать. Счастливо. Добрый день. Ты нас знаешь, и мы тебя знаем, Фаричетти. Я надеюсь, все обойдется без шума. Зачем и насколько я вам понадобился, инспектор? Думаю, года на 3. От тебя требуется немногое. Выложи все доллары из своего бумажника, а мы сравним их номера с номерами по нашему списку. Должно быть всего 15 банкнотов по 10 долларов. Томми! Томми! О! Джек! Ха-ха-ха-ха-ха! Джек! Я знал, что ты меня не забудешь, Джек! Молодец! Джек! Куда ты, Джек? Куда ты? Джек! Джек. Ты сделал большую глупость, Томми. Но сделанного не воротишь. 3 года день в день. Ничего не осталось. Ни денег, ни дела. Мои ребята тоже, наверное, разбежались. Ладно, давай лучше будем думать о будущем. Знаешь, комитетом 16-10 теперь заправляет человек по имени Торнтон. Работник он слабый, но за его плечами до поры до времени можно продержаться. Торнтон не будет знать, что ты наш. Влезешь, будешь поначалу просто сотрудником, а потом мало-помалу приберешься к рукам. Понял? Понял. Потом сделаем тебя секретарем комитета. Но чтобы никаких глупостей, Томми. Нет. Здесь 5000. Я сразу верну, Джек. А я уже забыл о них. Имя твое повторяю в ночи, как будто ты где-то рядом, и вслед за мною его повторяют деревья старого сада. Теперь в чужой стороне твоя любовь не вернется ко мне. Имя твое повторяю по ночи. Почему девочка грустна? Мне бы твою мордашку. К моим ножкам прибавить твою мордашку. Цены б мне не было. Цветы для мисс Харт от мистера Фаричетти. Спасибо. Цветы для мисс Харт. Ой. От мистера Фаричетти. Ты знаешь его, Мэвис? Томми Фаричетти? Джилл, дело в том, что никто о нем не знает всего до конца. Кто же он? Ну, начнем с того, что он не пропускает ни одного твоего выступления. Говорят, он всадил кучу денег в наше заведение. Не знаю, половина или четверть, но большая доля его. Ну, еще чем-то он в профсоюзе занимается. Полиция его хорошо знает. Добрый день. О, Томми! Да. Привет, Томми. Здравствуй, маленькая бандитка. Прости, Томми, у меня выход. Да-да. Да, это меня зовут Томми Фаричетти. Спасибо за цветы. Пожалуйста. Ну, у меня очень много недостатков, мисс Харт. Неудобно говорить о себе, но каждый вам скажет, что Томми Фаричетти никогда в жизни не обидел ни одной девушки. Что он не насильник, не сводник, не торгует наркотиками. Еще вам скажут, что у Томми Фаричетти водятся кое-какие деньжата, и что он не жадюга. Вы что, уходите? А вы что, здесь остаетесь? Я хотел пригласить вас на ужин. Даже не знаю, как мне быть. О, мисс Харт, ну посмотрите на меня внимательно. Разве я не внушаю доверие? А? Пожалуй, внушаете. Спасибо. Девочка? Конечно. Конечно, вы мне нравитесь. Мне нравится, что вы такой немолодой и вежливый. А вы знаете, я женат. Я так и думаю. Если говорить честно, я ведь дед. Но у меня огромный дом в Бруклине, замечательная жена, куча детей. Мне очень нравится эта жизнь, я не хочу от нее уходить. Вот и хорошо. Очень важно, чтобы у нас сначала все было ясно. Честно говоря, я кое-что узнавал о тебе. Ты хорошая девочка. Скажи мне откровенно, у тебя есть постоянный парень? У меня совершенно нет на это времени. Я хочу стать настоящей артисткой. Это значит очень много репетировать, работать. Я хочу добиться своего, понимаете? Прекрасно. Значит, никого. Так. В таком случае я делаю тебе предложение. Нет, ты не подумай, что я потерял голову из-за тебя, нет. Ты мне действительно очень нравишься. Ты можешь работать, можешь бросить, это меня не касается. Я буду давать тебе деньги, оплачивать все твои счета. Но у тебя не должно быть больше никого. Да? Можно спросить? Да, конечно, можно. Если я верно вас поняла, вы хотите взять меня на содержание, оставив в Бруклине все как есть, правильно? Да, да. Спасибо. Я, честное слово, очень вам благодарна. Из того, что вы мне рассказывали, я поняла, что продажные женщины вас не привлекают. Так? Нет, нет. Но если я позволю вам снять мне квартиру и оплачивать мои счета, значит, мне придется брать у вас деньги. Кто я буду тогда? Да-да, молодец. Ты мне действительно очень нравишься. Нет, Томми, так не пойдет. Я не могу брать деньги за то, что, может быть, мне не придется по душе. А уж тем более за то, что мне может понравиться. Я понимаю, что вы говорите от чистого сердца, но ведь я говорю то, что думаю. Ну ладно. Давай останемся друзьями. Вот теперь ты мне действительно нравишься. Почему вы смеетесь? Ты очень серьезный человечек. Ты что, в самом деле хочешь уроками пения сделать себе карьеру, да? Нет, девочка моя, кто-то обязательно должен помочь ребенку перейти улицу в этом сумасшедшем городе, иначе тебя раздавят. Мы же с тобой друзья, да? Я беру тебя под свое крыло. И все будет очень хорошо. Но ты тоже должна мне кое в чем помочь. Что я могу для вас сделать? Видишь ли, я вращаюсь часто среди политиков, бизнесменов. Вот. И тебе придется иногда бывать рядом со мной. Поняла? Я буду очень гордиться этим. Идет такое дело? Такое дело идет. Птицы, твоя любовь. Привет. Как жизнь? Великолепно, Томми, просто великолепно. Я так благодарна вам. Я очень рад. Если б не вы, разве я могла бы работать здесь? Джилл, ты должна мне в одном деле помочь. Поможешь? Ну, что за вопрос? Понимаешь, тут приехал парень с Запада. Ты ему жутко понравилась. А он мне очень нужен. Давай сегодня после концерта поужинаем где-нибудь. Извините. Угу. А потом посидим. Хорошо. У тебя. Ладно? Ладно. Возьми кого-нибудь из девушек. Можешь эту, Мэвис. Ну, ладно. Танцуем? Я не умею. Может быть, еще коньяк? Соку бы я выпил. А он не очень-то разговорчивый. Это тоже приятно. Я говорил, этот человек мне очень нужен. Он мне может сделать очень много доброго, поэтому будь с ним полюбезнее, ладно? Я сейчас смоюсь. Скажи Мелли, что пошла за мной. Вы что, хотите оставить этого типа со мной? Я ведь не часто прошу тебя о чем-либо, правда? Я спрашиваю, правда? Правда. Ну, вот теперь тот самый момент, когда я прошу тебя помочь мне. А, Джилл? Тем более это тебе ничего не будет стоить. Мэвис! Джилл зовет тебя. Будь умницей. Ты меня звала? Томми хочет уйти через несколько минут. Надо сделать так, чтобы ты ушла с ним. Угу. А этот парень? Надо сделать так, как учит Томми. Как мне все это надоело. Ваш сок. Спасибо. Все уже ушли. Да. Как жалко. Угу. И вы знали об этом. Почему? Потому что принесли 2 бокала. Да, я знала. У меня к вам большая просьба. Может быть, она удивит вас? Я слушаю вас. Расскажите о себе. Все с самого начала. Странно. Да, я, наверное, не имею права просить вас об этом, но клянусь вам, мне это необходимо. Ну что ж, родилась я здесь, в Нью-Йорке. Отец мой был уборщиком в том же доме, где мы жили. Он умер, когда я была еще совсем маленькой. Помню очень смутно его, почти всегда пьяным и каким-то несчастным. Потом мы с матерью жили у моего старшего брата. Послушайте, я вижу вас первый раз в жизни. Почему я вам все это рассказываю? Вы жили у старшего брата. Так. Вы жили у старшего брата. Работала на фабрике. Потом снималась у фотографов, манекенщицей. Дешевых журналов, но зато появились деньги, стала брать уроки пения. Дальше хор в оперете, кабары. А вы давно знаете Фаричетти? Уже несколько лет. А почему вы спросили? Фаричетти мне сказал, что если я захочу, я могу остаться у вас. Это правда? Я боюсь вас огорчить. Но мистер Фаричетти ввел вас в заблуждение. Ему следовало меня знать лучше. Вы живете с ним? Что вы себе позволяете, а? Что? Вы кто такой? То хочу знать, это хочу знать. По какому праву? Ну что вы себя ведете? Как... Спокойной ночи. У меня в 8:30 утра деловая встреча. Здравствуйте, Джилл. Все благополучно. Это Джек. Да, я вот опять прилетел и звоню вам. Из аэропорта. Спасибо, Джилл. То, что вы говорите, и вообще то, что я слышу ваш голос, это как подарок для меня, честное слово. Джилл, Вы свободны сегодня вечером после спектакля? Спасибо, Джилл. Я буду. До завтра. Счастливо. Здравствуйте, Джек. Ну что вы молчите? Здравствуйте, Джилл. Я вот сейчас подумал, я хотел сказать, поедемте куда-нибудь. Знаете, Джилл, я очень предан своей работе. Она захватывает меня целиком. Переговоры, совещания, деловые встречи, очень часто обеды, ужины. Иногда черт знает в каких компаниях. Но все это ради дела. И вам не скучно? Я бы не сказал. Большая игра, Джилл. Я знаю, чего стоит главный приз. Ради этого ни минуты покоя. Все отдается этой сумасшедшей игре. И сегодняшний вечер? Я скажу вам. Понимаете, Джилл, когда вы сегодня вышли из театра, я увидел вас. Мне вдруг все стало ясно. В одно мгновение я понял, что в той жизни, которую я веду, мне необходимы именно вы. Я к этому не готова. Если подумать, Рафферти не врал. Вокруг него все были или помощниками в его деле, или никем для него не были. Ну, от Джилл этого не скажешь. Не знаю. Может быть, к ней это в первую очередь и относится. Это я их свел. Правда, я не знал, что все так обернется. Но поначалу Джилл отшила его. Потом целый год, когда он приезжал в Нью-Йорк, посылал ей только цветы. Даже не верится. Так не похоже на Рафферти. Ты ее не знаешь, Фрэнсис. По правде говоря, я такой женщины не встречал в своей жизни. Объединенная комиссия продолжает расследование. Мистер Эймс, прошу вас. Мистер Рафферти, будьте любезны ответить, сколько лет вы знакомы с мисс Харт? Около 10 лет. Какого характера отношения были у вас с мисс Харт? Я хочу. У нас были деловые отношения. Яснее, прошу вас. Это были отношения главы учреждения и одной из служащих. До поступления в комитет профсоюза мисс Харт, по-моему, выступала в театре. Да, она пела в одном небольшом театре. Вам же это известно? Комиссии много известно, но тем не менее вам придется отвечать на вопросы. Вот один из них. Кто познакомил вас с мисс Харт? Не помню, это было давно. Не Томми Фаричетти? Возможно, только я не уверен, знал ли я Фаричетти в то время. Мисс Харт познакомилась с Фаричетти до того, как встретилась с вами. Возможно. Только я не понимаю, почему этот вопрос вы задаете мне, а не тем, кого он касается. Фаричетти, мисс Харт. Вам хорошо известный свидетель, что воспользоваться вашей рекомендацией, обратиться за сведениями к мисс Харт и мистеру Фаричетти, непосредственно к ним, я не могу, поскольку они отказались дать показания. С вами же у нас иные отношения. Вы согласились отвечать на вопросы, а согласившись, Обязались, не так ли? Но я могу и обязан говорить лишь то, что знаю, помню, и то, что касается меня, а не других. Ну хорошо. Оставим вопрос об отношениях мисс Харт с кем бы то ни было. Ответьте, вы познакомились с мисс Харт 10 лет тому назад. При каких обстоятельствах? Но я только не могу понять, какое это имеет значение для того, чем комиссия занимается. Свидетель, мы сами решаем, что необходимо для следствия, а что несущественно. Вы способны вспомнить, как познакомились с мисс Харт? Нет. Нет, сенатор. Не способен.